Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Да-да, это программа «Союз нерушимый», 13.06 в нашем городе. Ведут программу Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Сегодня солнечный, радостный, прекрасный, теплый день. И у нас прекрасное настроение. Не случайно сегодня солнечный день. Солнечный день, да. Мы будем Должен был сегодня быть солнечным. Мы будем говорить о великолепном мероприятии, которое пройдет уже послезавтра в нашем городе. Сразу же представим наших гостей. Это Ильнур Гусейнов и Вячеслав Тихонов, организаторы фестиваля «Дружба народов вместе Вятка 2017. Надо ли представлять уже вот по должностям этих людей? Мне кажется, что мы их уже столько раз представляли. На всякий случай, Ильнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», председатель комиссии по вопросам гражданского общества Общественной палаты Кировской области, и Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Да. Спасибо. Да. Спасибо. Приветствуем вас. Ну, давайте все-таки несколько секунд уделим тому, что, Вячеслав, мы сегодня в таком положении с вами. Мы с вами сегодня не именинники. Вот Азиз Алиевич и Ильнур сегодня именинники. Да. Им просто будет невежливо не поздравить вас в эфире. Азиз Алиевич и Ильнур, с днем рождения. С днем рождения. Поздравляем, успехов, благополучия во всем. Спасибо. Очень приятно. Да. Ну вот я смотрю на организаторов. Есть такое выражение, извините, попа в мыле. Мы прекрасно понимаем, что масштабы, собственно, да, этого действа большие. И вот вы сейчас буквально и за несколько секунд до эфира продолжаете договариваться, переговариваться. У нас не только попа мы уже сказали, какого мероприятия. Фестиваль «Дружба народов вместе Вятка». Да, речь идет о фестивале «Дружба народов вместе Вятка». А также всероссийские акции, шествие «Парад дружбы народов». Вот, всероссийской. Кстати, хочу сказать, что вот Киров уже не первый раз становится образцом для всей России. И вот благодаря вот этим парням, вот Киров очередной раз стал примером для России, когда вот этот фестиваль, который был организован, собственно говоря, зачался и вырос в Кирове, он стал примером для всей России. И сейчас по всей России проходит, это уже стало всероссийской акцией, да? Парад дружбы. Да. И ну, потом в другом месте мы расскажем еще, какие были мероприятия, по которым Киров был первый, да? Но вот одно из мероприятий, вот это вот. И приоритетных мероприятий. Да и вообще стоит заметить, что празднование Дня города у нас в этом году, оно будет проходить все-таки под знаком, да, многонациональности, да, сотрудничества между разными народностями, вот так вот. Ну, видите, концепция настолько популярна, что она сыграет в этом году дважды. Угу. Да, поэтому это большой плюс. Я хочу сказать, это что даже плюс в городе Кирове по всей России, конечно, один день там проходит 12 числа, а в городе Кирове у нас уже так красиво все налажено, что два дня подряд будет праздноваться как раз и национальная самобытность, культура, традиции. Это 11 числа и 12 числа. Ну, в рамках Дня России, то есть этим самым подчеркивается наше единство и многообразие нашего народа. Народу, населяющего вот эту большую великую страну. И согласен. Поэтому у нас уже два дня. Я думаю, что потом будет, чем больше мероприятий будет, уже будет три дня. И мы потом попросим власти федеральные, чтобы выходной объявляли, как в Новый год, 7 дней, чтобы люди могли отдохнуть. Итак, 11 июня, фестиваль «Дружба народов», вместе Вятка. Давайте будем рассказывать, информировать наших слушателей о программе, о тех людях, которые будут участвовать. Ну, собственно, разрешите, я начну. Значит, коротко. Да, Вячеслав Тихонов. Небольшие технические такие, знаете, подробности. Значит, ну, во-первых, в этом году, благодаря тому, что у нас есть президентский грант, мы фактически не пользуемся поддержкой бюджета и городского, и областного. И все мероприятие, благодаря поддержке президента, проходит именно на президентский грант. Плюс, естественно, есть вклад национально-культурных общественных организаций, которые считают нужным, каждый по-своему там, да, извините, так, привлечь... Я просил выключить телефоны. Да, я выключил, но почему-то да. Привлечь, который считает нужным, привлечь еще дополнительные свои какие-то средства для того, чтобы сделать более ярким мероприятие. То есть, что я имею в виду там, да? Давайте, у нас есть там, например, там почти 500 000 рублей для того, чтобы привести национально-культурные коллективы интересные, разные, из Кировской области, из других регионов там, да? Но некоторые организации
диаспоры посчитали, что они готовы еще сверху к этим деньгам добавить, да, к этим добавить деньгам, да. И привести какой-то очень интересный, яркий коллектив, который, ну, просто невозможно в эти деньги не вписывается. Там, да? Например? Ну, например, у нас азербайджанская организация, там фонд «Азербайджан», уже много лет подряд, каждый год на фестивале вкладывает свои личные деньги, добавляя для того, чтобы привести интересных артистов из Москвы, интересных артистов из Нижнего Новгорода. Армянская община Кировской области, они везут прекрасный, великолепный коллектив, на мой взгляд, «Цветы Армении», просто шикарный коллектив. Его фактически... Непосредственно из Армении? Ну нет, они из Москвы, нет? Но да. Они очень... Это просто шикарный профессиональный коллектив. Шикарный. Да, вот. Танцуют, поют. Да, да, да. В национальных костюмах, соответственно, да, все это ярко, красиво, здорово. Конечно, конечно, да. Ну и, естественно, благодаря тому, что вот есть у нас такая поддержка в этом году, у нас наконец-то получилось привести очень много коллективов из районов Кировской области. То есть к нам сюда едут там 5 или 6 автобусов из разных концов Кировской области. Из как всегда, ну, из Малмыжа, из Кельмези. Здесь можно подчеркнуть, Денислава, у нас как бы не городское мероприятие, а уже областного уровня. Да, да. И поэтому едут... областного уровня в Кирове, в рамках всероссийского. Я бы сказал, даже межрегиональное здесь, потому что едут артисты из других регионов тоже. Да. Вот. И, то есть едут и из Малмыжа автобус целый, там большой автобус и с артистами, 30 человек. Да, они, видимо, сегодня уже и приедут. Нет, завтра. А, завтра, простите. Завтра вечером, да. Да, значит, из, естественно, удмурты из Святозарева, естественно, татары из Корино и так далее, и так далее, и так далее. То есть я вот там смотрю ведомости, подписываю по питанию артистов. Там у нас там питание, обед артистам там 200 человек, там, понимаете? Ну, 207. 207 человек, да. Ну и здорово, что так будет, понимаете? Давайте там, сразу, да? Скажем, где артистов этих можно будет увидеть вот сразу. Да, 11 июня у нас в Александровском саду очень большое мероприятие будет. И даст бог, погода нас поддержит тоже. Порадует. А сцена будет там же, где в прошлом году? В этом году, опять же, вот благодаря поддержке мы делаем не просто одну, мы делаем две сцены. Значит, одна сцена, большая сцена традиционная, которая главная сцена Александровского сада, там выступят коллективы, которые приезжают. И, опять же, мы пошли навстречу коллективам, которые выступают каждый год. Они говорят, что мы приезжаем, так далеко едем, да, кто-то из Нижнего едет, там кто-то из Москвы. И говорят, что, ну, у нас там времени на выступление. Несколько номеров у них. Да, да. И у нас времени на выступление там, ну, получается там 15-20 минут. Ну там, да, как да. Правило так получается. Да. И мы говорим, давайте, вот у нас еще малая запасная там сцена, там, да, которая как раз будет расположена на Пионерском переулке, где вот будет кулинарный у нас марафон проходить, «Вкусная Россия». И вот на этой сцене тоже можно будет выступить дополнительно. То есть показать. Сначала на главной сцене, да, потом переходим, да, плавно на... Да. И они могут продолжать. Да. То есть примерно каждый может выступать там 20-30 минут. Там, ну, да? Сцена, она отдельная, там комплект звука отдельный, значит, ведущий там. Ну да, хочется иногда посмотреть продолжительное время выступлений тех, да, или иных артистов, потому, да, что они действительно демонстрируют высокое искусство. Ну и, естественно, самое главное, одна из самых таких ярких таких моментов нашего фестиваля, это, естественно, парад «Дружба народов России». Ильнур Шмистанович, он руководитель этого парада, направления, да, парада. Поэтому я вот ему слово передаю, он расскажет. Итак, где-то... время, место сбора. Ну, в Кирове у нас, значит, время 10.30, собираемся, улица... 9.30. На всякий случай сейчас еще четче повторите. 9.30. Всех кировчан приглашаю на всероссийскую шествие акция «Парад дружбы народов». Перекресток Московская и Володарского. Ждем всех, приходите. То есть 9.30 начало. Да, лучше 9.30. В национальных костюмах. Ну, там есть определенно, если каждый человек, который отвечает за колонну, за свою, там, скажем, делегацию, они все должны быть в национальных костюмах. Ну, там есть у нас регламент, конечно, минимум 10 человек, ну, максимум сколько хотят. Там заявок много уже, люди сами в этом году даже проявляют желание прийти, в этом году и нас только... В прошлом году не было желания прийти? Нет, в прошлом году тоже было. В прошлом году как-то мы работали через автономию, через диаспору. Да. А в этом году граждане сами обращаются. Да, то есть уже что, свобода полная. Да, уже, мы хотим тоже прийти. Ну, в любом случае, конечно, мы проводим регистрацию перед тем, моменты, как... Моменты вот очень сейчас колонны. В этом году активно, да, сейчас разрабатываем мы как раз дальнейшие планы, как это все будет. У нас, скажем, в этом году мы планируем уже примерно больше 1000 человек на парад вывести людей.
В прошлом году, Ильнур, напомните, В прошлом году, по-моему, по официальным данным... Полтысячи, 500, по-моему, да. 500-700 человек было. Но я надеюсь, что в этом году все у нас получится. И учитывая то, что у нас только парад-то, как бы она не только в Кирове проходит, а уже по всей России, 30 регионах проходит, и 3 города отдельно делают, допустим, регион. Малые города. Малые города. Работы хватает, много, а также хочу поблагодарить вас, что даже пригласили нас сегодня об этом рассказать. Ждем всех кировчан, жителей области, гостей области. Кто уже заявился на участие в параде? Какие народности? Ну, там в прошлом году у нас было 14, в этом году уже 16. Угу. За счет кого приросли? Ну, у нас приросли кыргызы. Кыргызы? Будут, да. Отдельно будут, отдельно, да? Сказали, что пройдут. Также у нас добавились, по-моему, еще... Я расскажу еще. Вот этноконфессиональная группа у нас добавилась, которая... Кряшины. Да. Кряшины там. Или Кряшины. Кряшины. Это этноконфессиональная группа, она официально существует в России, участвует в переписи населения. И у нас вообще Кировская область одна из тех областей, там Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Челябинская область, где кряшины представлены многочисленно, ну, на юге Кировской области. Вячеслав, а вы как относитесь к кряшинам? А я сам и есть. Это я буду. Понятно. Он возглавляет колонну кряшинов. Колонну кряшинов. Все. Делегация. Делегация. Так, давайте поподробнее. А что за... Кто эти люди, ну, имею в виду, ближе к кому, там, вероисповедание. Об этом Слава уже расскажет сейчас, я думаю, более конкретно. Ну, официально, ну, то, как этнографы это трактуют сейчас на текущий момент, точка зрения, там, да, есть их несколько, но официальная точка зрения такая, что это этноконфессиональная группа в составе татар. А, да. Но, то есть, сами, частица все-таки. Да, да, но сами кряшины... Народ гордый и не согласны с этим. Не, не в этом дело. Это очень миролюбивый и очень скромный народ. Там, да, и буквально вот недавно был съезд народов Татарстана, и представители кряшинской общественности, они обратились к руководителю республики с просьбой донести до президента Российской Федерации просьба в том, чтобы их признали отдельным народом, отдельным этносом. Вот. Ну, так-то, вообще-то, в обыденной, там, в повседневной жизни многие знают, ну вот я не знаю, Володя почему удивился, но в целом-то многие знают, кто такие кряшины. Ну, еще и крещеные татары говорят. Вот, я хотел спросить, они говорят на татарском? Да. Они говорят на татарском? Это, я бы так сказал, что это татарский язык, но он немножечко отличается от татарского. Они говорят на татарском? Да. У них музыка, так сказать, татарская. Они костюмы танцуют по-татарски, собственно говоря. Это очень похожий язык, но есть небольшие отличия, в культуре. И самое главное, что эти, значит, исповедуют кряшины православие. Вот, и я как раз хотел сказать, что то есть это татары. Православные все-таки, да? Да. Православные татары, можно сказать. Да, и сейчас уже активно, в частности, в Татарстане идет строительство кряшинских церквей, где проводят богослужения именно на татарском языке. Подождите, чем отличается от православной, храмах. Церкви кряшин? Нет, все то же самое, только богослужение на татарском языке. Ну, это понятно. Да, это понятно. То есть оно на кряшинском языке. Ну, понятно, да. Оно на языке. И надо отметить, что вот до этого момента и здесь, и в Кировской области, пока вот работа в отношении, культурная работа именно в отношении кряшинов и крещенных татар, какая-то активная, к сожалению, не проводилась. И я думаю, что вот парад у нас станет отправной точкой. Это, потому что в республике Татарстан, в Удмуртии, там, Челябинской области, Башкирии, эта работа уже проводится, ну, десятки лет. У них существуют отдельные культурные центры, представительства в домах дружбы народов, в центрах национальных культур. В Татарстане существует даже государственный коллектив, творческий ансамбль кряшинский. Поэтому... То есть у нас, видимо, к этому тоже будете стремиться? Ну, будем, да. Там, к пониманию того, что вас знают, вас ценят, что у вас есть, ну, это право долгий путь на голос и так далее. Долгий, да. Нормальный, эволюционный путь. Хорошо. Итак, 9.30. Определились. 9.30, да, перекресток Московского и Володарского. Да. Недалеко от Театральной площади. Итак, собираемся, выстраиваемся. И на сегодняшний день уже 16 народов, народностей России уже, значит, заявки зарегистрированы.
зарегистрировались. Значит, для того, чтобы пойти под каким-то флагом, неважно это, так сказать, там, какой это флаг, может мексиканский флаг, там, условно говоря, если ты мексиканец, там, ты должен зарегистрироваться. На сайте национальной На сайте национальной. И, соответственно, никаких тут препятствий нету, ты можешь прийти, но при этом есть одно условие, что человек 10 должны быть в национальных костюмах. Ну, в национальных костюмах обязательно. Иначе что это за парад? Это и есть колорит. Да, иначе что это за парад, как бы, да? Ну, я просто как бы подчеркиваю. Так скажем, что это в идеале неком там, да, все равно существует определенное там отступление, все-таки мы, это общественная акция, общественное событие, вот. Но самое главное, что здесь это, как и во всех регионах, у нас существует там региональный штаб шествия, и во всех регионах в этом региональном штабе принимаются заявки, и в каждом регионе, естественно, на шествие выходят в первую очередь те люди, те организации национально-культурные, делегации, которые зарегистрировались на это шествие. Это очень важная история. Хорошо, давайте продолжим, да, вот прервались, собрались. Ну, получается, что 9:30 мы собираемся, устраиваем всех, там будут таблички, допустим, названия народов, там, русские, азербайджанцы, армяне, по алфавиту все пойдет. А, по алфавиту? Да. То есть первые азербайджанцы все-таки пойдут? Нет, первые мы ставим, поскольку мы находимся в территории России, да, и большинство населения русское, первые идут русские, они идут как бы как раз возглавлять колонну. Вятчане. А потом уже по алфавиту, после, допустим, русских, идет уже по алфавиту, естественно, там будут таблички написаны, вы, если к какому-то культуре себя относите, и там будет флаг России, флаг национальный субъекта, если люди какую-то национальность представляют, культуру какую, да, можно будет подойти, стать под этим флагом и вместе совместно с ними проходить как раз этот путь, многонациональный путь до Александровского сада. А там уже начинается в 11 часов официальная часть шествия. В принципе, самые такие известные шоумены выйдут в этом году. Руслан Мамедов, мой дорогой человек. Кстати, у него тоже недавно 6 числа день рождения было. Он был в студии как раз-таки в свой день рождения. Да, очень поздравляю его тоже. И Борис, наш дорогой друг, тоже Файбушенко. Они вдвоем будут как бы вести. Это вот на разных площадках, да? На одной площадке. А на другой, на малой площадке, как раз после нашего шествия начнется как бы концертная программа на большой и на малой. Там на малой площадке будет Андреев Алексей вести. И там будет показ национальных свадеб. Показ, да, так, подождите, не торопитесь. Формы. Официальная часть в чем будет заключаться? Вот пришли, началась официальная часть. Приветствие всех участников. А что вы так быстро побежали туда? Может быть, а во время парада будут там идти там музыка, петь там и так далее? Вот там, во время парада взялись правильно. Вот в прошлом году сами заметили, да, там каждая делегация выходила с гармошкой, пели национальных инструментов. В этом году то же самое будет. Но дозвучивают это национальные инструменты, можно там совместно какую-то песню спеть. Да. А вот смотрите, в прошлом году вот эта вот музыка, которая иногда звучала там по дороге, там из этих мегафонов, там, она очень мешала вот прослушиванию вот этих вот во время парада национальных мотивов. Вот как в этом году будет? Точно так же из этих мегафонов будет там одно звучать, а в колонне будет другое звучать? Ребята, которые занимаются этими мегафонами, технически сейчас отсматривают возможность выключения частичного их на этом маршруте. Ну, выключение или может быть потише, я не знаю как-то, потому что возможно, вообще в этом году отменим, не будет этого, посмотрим. Просто руководителям колонн, может быть, так организовать, чтобы вообще во время парада не было тишины в колонне. Да вроде и не было в прошлом году, все, каждый там, подходишь к каждой колонне. Ну, тогда мегафон вообще ни к чему. Они пели, плясали сами. Ну, с моей точки зрения, вы организаторы. Колонки со столбов или машины во главе колонны? Машины во главе колонны. Машины вы имеете в виду, Ну, если вы считаете, то, конечно, это не принципиально. То есть мы сейчас рассматриваем эти возможности, я думаю, про колонки, которые висят на столбах. На столбах они ведь, они тоже играли. Не, у них там такое, не слышно было, не совсем фоновое такое. Можно вообще там потише сделать. Там, типа. Ну, если эта машина с громкоговорителем, можно там рассмотреть вариант просто подзвучить. Ну, сейчас мы рассматриваем. Микрофоны, собственно, находились. Владимир, наконец-то, к нам приглашаем уже на мероприятие. Он прошлый год не смог принять. А мы вот отработаем в воскресенье, кстати, за Ленинчем. Да. Ну, на парад, наверное, парад. Ну, я, наверное, приду на парад, потом с парада побегу на сюда. Да, мы на запись. Да, на запись программы. А потом снова с Володей побежим. Ну, вот то, что почему Володя вопрос задал, почему там, что за официальная часть у нас будет, гости из Москвы. Мы пригласили сюда Михрибана с
Садыкову Эльдар КЗ. Она является членом по межнациональным вопросам при президенте, по национальным вопросам при президенте Российской Совет Федерации. Совет по национальным вопросам при президенте. Вот. И она к нам приезжает. Мы ее приглашаем. И она также возглавляет самую крупную организацию федеральных автономно-национальных культур азербайджанцев России. Угу. Является президентом данной организации федеральной. И она вот там у нас будет. В принципе, мы также письмо отправили губернатору, письмо отправили Владимиру Васильевичу, а также Владимиру, как бы главу города. Глава города, председателю ОЗС. Всем отправили. Мы всем рады. Здесь еще раз говорю, это мероприятие не политизировано, это общественное движение. Я думаю, что они все сами заинтересованы. Здесь общество собирается. Я надеюсь, что все будут. И глава региона будет, и Владимир Васильевич ежегодно вместе с нами сам же начинал это мероприятие, а также глава города Владыгин, я думаю, что будет. Ну, в принципе, мы готовы к такому, скажем, там большому мероприятию. У нас уже все работают, штат работает, все технические уже задания практически подготовлены. Надеюсь, что мероприятие в этом году еще лучше пройдет, чем в прошлом году. Да, вообще велика ли команда, которая готовит данное мероприятие? Ну, если со всеми волонтерами считать... Всеми, там, кто у нас принимает участие, ну, наверное, человек 100 наберется. И каждый отвечает за свой фронт работы. Ну, да. Очень много добровольцев, волонтеров, которые помогают просто для того, чтобы организовать там парад или какие-то другие части мероприятия. Очень много людей, потому что, ну, большое мероприятие. Там же на мероприятии у нас разные площадки будут. За каждую площадку отвечает там несколько человек. Угу. Там, допустим, будет национальная свадьба, площадка национальная свадьба, отдельная площадка. Давайте плавно уже переходим к тем площадкам, которые будут в Александровском саду, простите, 11 числа. Ну, сейчас тогда Вячеслав об этом расскажет более детально. Ну, то есть вот у нас торжественная часть, когда закончится, мы благодарим всех руководителей национально-культурных общественных объединений за участие в фестивале и творческих коллективов. Дальше начинают работать все площадки одновременно. Ну, они уже будут работать с 10 утра. То есть в 10 утра вы уже можете подходить в Александровский сад, там на Пионерском переулке уже будет работать кулинарный марафон «Вкусная Россия». «Вкусная Россия». Угу. Значит, мы, опять же, в этом году пошли навстречу пожеланиям представителей коренных народов Кировской области. Там, да, и плов — это одна из частей теперь фестиваля этого. Да, вот, не центральная. Неотъемлемая часть фестиваля. Да, неотъемлемая, но да. Важная. Но как бы есть еще и другие там, да, кухни, которые тоже будут представлены. Марийцы, удмурты, татары. Марийцы, удмурты, татары, да. Вот из Малмыжа везут там конскую колбасу, например, сюда. Там. Марийцы везут свои трехэтажные блины там, и так далее. Далее. То есть эта кухня тоже будет представлена здесь, на этом фестивале, как, ну, как кухня, которая, может быть, плов не является основным блюдом, но ведь она у нас здесь, в Кировской области, есть. Конечно, да. Вот, поэтому вот такой фестиваль «Вкусная Россия». Он уже с 10 утра будет работать, можно подходить уже, что-то, значит, там покушать, там купить. Там уже дымить, парить, да, уже все это будет. Вкуснота. Потом в этом году у нас аромат. Появилась площадка, которая там до этого как такого не было выделено, но теперь она отдельная. Это аллея такая мастеров. Мастера народных промыслов, которые будут в этот день показывать, как делать какие-то подделки, сувениры. Гончарный круг там прямо будет стоять, может быть, на круге что-то поделать. То есть посмотреть. Любой желающий сможет, ну, да, там, взять в руки глину и там попытаться что-то сделать. Там прямо гончарный круг стоять там, да. Ну, если уговоришь мастера, чтобы он тебя пустил за станок. Там, естественно... А я думаю, там сломать-то особо нечего. Нельзя. Уже круг. Ну, черт его знает. Вот, значит, потом... Глина есть глина. Потом будет, естественно, площадка спортивная представлена. Там, значит, ГТО «Дружбы народов», у нас гиревой спорт там и такие, знаете, ГТО элементы. «Дружба народов» тут какие-то отличия есть от традиционного ГТО? Да просто назвали. Это красивое название, но мы готовим наше подрастающее молодое поколение к сдаче нормативов ГТО. То есть мы сами, конечно, их принимать не можем, но мы их готовим к этому с помощью этой площадки. Здесь еще я добавлю, почему «Дружба народов»? Допустим, у каждой национальности есть свой определенный вид спорта. Да. Вот, и они пытаются это показать там, что какой вид спорта в этом, допустим, национальности более развита. Также куреш будет. Да, куреш, борьба. Да, борьба обязательно. Ну, оно было все время. Да, и опять барашка дарить будем. Ну, живого. Живого. Барана. Живого. Понятно. Традицию нельзя нарушать, да. Нарушать. Там сразу надо
Барашка это. Барашка. С победителем. Большой ли барашек? Я думаю, Азиалич, вы спортсмен, хорошо, так что хорошо, первое место хорошо займете, мы вам выручим барашек. Не, приходите, не, это дело молодые. Традиционно, значит, на всех соревнованиях по борьбе куреш всем участникам выдается ручное полотенце. Всем. Просто вот вышли, поборолись, полотенце все равно будет. Ну и понятно, что кто-то абсолютный батыр, он баран получает. Угу. Потом площадка отдельная, это национальные игры, то есть это аутентичные игры народов Вятки. Значит, там аниматоры будут показывать, что какие есть разные варианты игр разных национальностей. Прошу прощения, у нас рекламная пауза сейчас должна быть, середина часа, скоро мы продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Еще раз напомню про ведущих. Азиз Агаев, Владимир Сметанин. Азиз Алиевич напомнит про наших гостей. А почему ты про себя сам сказал? Да просто времени мало уже. Еще хочется рассказать нашим слушателям. В общем, мы хотим больше рассказать о празднике, поэтому Володя быстро торопится. Вот, скажите, ты хотел какой-то вопрос задать? Нет, напомнить-то у нас в гостях. Да, у нас в гостях Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», председатель комиссии по вопросам гражданского общества Общественной палаты Кировской области, и Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Это люди, организаторы фестиваля «Дружба народов. Вместе Вятка». Добрый 2017. День, дорогие слушатели. Добрый. Да, эти люди, которые заложили основу фестиваля, который теперь стал, в общем, стал всероссийской, да, всероссийской акцией. Хочу что отметить, что очень важно, что у нас в этом году на главной сцене состав ведущих многонациональный, сам по себе. Это очень важно, что у нас великолепные ведущие Руслан Мамедов и Борис Фейбышенко, они, так скажем, этносостав, вы понимаете, да? Для фестиваля. Но кто их не знает? Леша Андреев, он, да, он тоже. И то есть у нас получается такая, значит, многонациональная команда ведущих фестиваля. Это просто, здорово, я считаю, что уникальная история. И мы благодарим и Бориса, и Руслана за то, что они согласились и поддержали фактически наше мероприятие. Потому что год назад, когда мы планировали смету этого фестиваля, не было такой вообще пока там, да, идеи. С их стороны это поддержка фестиваля. Я их благодарю за это. Хорошо. Давайте еще по площадкам то пройдемся, их все уже обозначили. Значит, спортивная, кулинарная, есть свадьбы. Да, там еще чайная аллея будет, национальные напитки. Так что можно будет подойти. То есть чай будет азербайджанскую по тавгу там по азербайджанский будет. Чай будет по киргизски, да, чай. Азерчай там будет. Азерчай будет. Вятский, да, чай. Вятский, Иван чай будет. Иван чай будет. Также другие национальные напитки будут. Айраны разных видов. Безалкогольные, подчеркиваю. Да, все безалкогольное. Китайский чай будет. Дегустация там будет. Пожалуйста, можно будет перейти по. Кстати, у нас китайские будет делегация? На обещали быть. Они будут как участники на парад-то, скорее всего, потому что китайцы все студенты же здесь. Они 6 числа практически 80% студентов уехали. Но они обещали быть, но 6 уехали. Но там есть частично китайцы, они придут, обещали там уже на сам фестиваль. Те, наверное, которые экзамены не сдали. Да. Завалили. И пришлось остаться. Хвостатые. Они сказали, что как раз у них тоже там экзамены, ГОСы идут, дипломная защита и все прочее. Они сказали, что обязательно будут на парке. Ну, помните, у нас была передача, когда мы со студентами, с китайцами беседовали, очень интересно. Ну, очень важная площадка, которую, значит, у нас каждый год проходит на фестивале, это круглый стол «Дружбы народов». Она будет в центральной ротонде, мы вас тоже приглашаем в ней принять участие. Там будет отдельная, значит, повестка, отдельное заседание. Там, да, я правильно понимаю? Да, да, там будет. Праздничный день, серьезным еще будете говорить? Ну, как не только песни, пляски, там поплясали, друг друга поздравили, еще что-то сделать, большой вклад внести для развития нашего региона по межнациональным вопросам, в том числе обсудить, какие там есть возможности, какие проблемы, вообще там, что испытывает автоном национальной культуры, ну, в том числе... Все практически с районов сюда переезжают, руководители. Да, официальные лица приглашены тоже на это. Ну, мы всех пригласили, всех, мы же открыты всем. Я хотел спросить вот про мероприятие. Я отсюда же официально всех приглашаю, в том числе и в Рио губернатора региона Игоря Владимировича. Ждем, пожалуйста, ради, это, мы рады всем. Я думаю, кто не придет, тот сам потеряет. Поэтому пригласили, но тот, кто понимает, что это будет хорошее, красивое,
красивое и вкусное мероприятие. Ну, учитывая того, все... чтобы 20 тысяч человек в прошлом году участие принимал вообще полностью все в празднике, полностью в, как бы в шествии, парада, целиком 20 тысяч человек у нас есть там. Эльнур, какой ансамбль, я все-таки спрошу, азербайджанский самый предполагается? В этом году у нас очень насыщенная программа. Сразу вы можете быть уверенным, довольным. К нам приезжает ансамбль из Москвы, ансамбль «Карабах». Также у нас будет народный исполнитель, поэт на национальном инструменте САС, древний инструмент САС, Ашук Халид. Также у нас будет с Нижнего Новгорода коллектив переедет. Коллектив танцевальный? Да, или танцевальный коллектив переезжает из Нижнего Новгорода. Называется «Солнце Азербайджана». Также у нас будет... А как по-азербайджански звучит это? Солнце. Азербайджан гюнаши? Да, Азербайджан гюнаши. Вот, также у нас местные, здесь мы же тоже готовим своих, также наши местные. То есть наши кировчане, азербайджанские кировчане будут тоже... Носители азербайджанской культуры тоже будут выступать на большой сцене с песней «Кара зурна». А, здорово. Это как переводится? Черная зурна. Черная зурна. Дудук. Дудук. Тутаки. Я вас понимаю прекрасно. То есть на правах приглашающей стороны гостей, хозяев, вернее, да, тоже нужно что-то показывать. Конечно. Когда я был в Москве, как раз на дне Азербайджанской Демократической Республики, 28 числа, День демократии Азербайджана было 28 мая, как раз мы встретились там с послом Паладом Бульбулоглы, уполномочен чрезвычайный посол Азербайджана. Я, естественно, его тоже пригласил, но, к сожалению, он там не может, учитывая всю занятость свою, да, но тоже нам предвыборную сказал, кампанию на пост генерального директора ЮНЕСКО. Да, но он нас поддержал и сказал, что к нам направит письмо поздравления. Я думаю, что об этом уже Мехрибан Ханум переедет, тоже скажет. Детские площадки. Что для детей? Для маленьких гостей. Национальные игры, да? Да, конечно, конечно. Это то есть там это... детские будут, да, площадки? Да, да. Там... По сути, это в основном для детей сделана площадка как раз там, да. Ну, опять же, что детские? Ведь куреш-борьба, там ведь и дети... борются. Ну, подростки могут участвовать. Это очень интересная история. То есть там, и вы понимаете, даже и очень важно, что вот традиционно, когда ручное полотенце каждому выдают, да, то есть ты поучаствовал там, да, ты приходишь с полотенцем домой. Оно вышитое каким-то образом, там обозначено. Или... Ну, извините, вот на этого бюджета у нас не было, к сожалению. Вы закупили партию. Мы просто купили партию, там, да, это очень знак внимания. Это как предложение, чтобы вот на эти ручные полотенца, тогда я, может, тоже поучаствую в следующем году. Чтобы было вышито. Место девятка, там, например, 2017. И тогда вот повесил там на стене где-нибудь. Учтем, Айзелич, обязательно. Учтем замечание, да. Вот поэтому вот так вот весь день, и вся программа, она коллективы выступают на сцене, площадки работают, и где-то ориентировочно до 5:30 вечера у нас сейчас составлена программа. В прошлом году до 5, по-моему, да, было? Ну, мы сейчас смотрим, коллективов больше, участников больше. Мы надеемся, что... В прошлом году из Малмыжа было 2 коллектива, в этом году сколько будет? У нас в этом году 3 коллектива из Вятских Полян. Из Вятских Полян 3. 3 коллектива, да. Самого южного, а марийские коллективы будут? У нас из Кикнура и из Кельмези марийские коллективы едут. Ну и один из Вятских Полян. Ага, удмуртские. И Светозарева едут, и один из Вятских Полян. Так что... Слушайте, весело будет. Да. Просто... Уже межобластной, то есть областное мероприятие, а также межрегиональное мероприятие. Тут уже... Сколько планируете... человек. Вот в прошлом году 20 тысяч было. Сколько рассчитывайте. Ну, все зависит от погоды. Да. Ну вот я смотрю прогноз погоды, в принципе, 20 градусов, солнце, небольшой дождичек, но это ничего. Хотелось бы отметить, что даже если, неважно сколько человек придет, фестиваль все равно состоится. Поэтому приходите в любом случае. Ну, так... такой вопрос, наверное, все думают там над этим все равно. Там вопросы безопасности, там все согласовано. Все согласовано. Там. Естественно, мы бы не стали здесь ничего делать без предварительного согласования со всеми необходимыми службами, которые на каждом мероприятии. Там проходы будут какие-то там или... Будут небольшие перекрытия улиц, там кратковременные, когда колонна шествия будет двигаться по улице Московской до Казанской, до Динамовского проезда и по Динамовскому проезду к Александровскому саду. Там будут кратковременные перекрытия улиц. Мы надеемся, что мы никого этим не огорчим. Да. Там минут на максимум 20. Ну, пока проходит пока колонна. Проходит, да. Скажите, а вот вы молодцы, все организовываете, а как вот администрация города в этом году там с вами
Помогали они вам или... Или не помогали. Или решили, что вы уже достаточно взрослые, чтобы сами все организовывали? Мы свои, на своем опыте, в принципе, может быть, я бы так сказал, что администрация от нас берет опыта для того, чтобы там сделать такой конфессиональный, межнациональный мероприятие. Ну, мы благодарим их, они очень активно принимали участие несколько лет подряд. А в этом году у нашего мероприятия уже более самостоятельно. Мы сами проводим это мероприятие. А также мы предлагали администрации города, что совместно делать это мероприятие уже 12 числа. Но потом так получилось, что мы уже отдельно решили, что пусть почему не два дня праздновать, чтобы кировчане два дня отдыхали. Подарили кировчанам два дня праздника. 11 и 12, соответственно. Это здорово. Вы тут, конечно, полунамеками говорите. Ну ладно, я дальше выкопать не буду, но хорошо. Будем считать, что... Вы ответили. Вы ответили. Будем считать, что вы ответили на вопрос. Не во многих регионах есть такие организации, которые могут самостоятельно организовывать такие большие мероприятия. Поэтому вот... Давайте теперь еще все-таки поговорим немного о парадах, которые в других городах будут. Да, 33 десятка, да, вы сказали? 30 регионов и 30 города. 30 регионов, 33 города. Да, потому что есть регионы... Где, для примера, обозначить? Есть регионы, в которых там не только в областной, там, в региональной столице проходит шествие, там, да, а есть регионы, даже в которых... Даже в Удмуртии, там, да, там столицы Глазов, там, Глазов, да, проводят. Ну, например, как и у нас, например, Глазове, там, Киров, там, Слободской, Чепецк, да, у нас, да. Да, 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 например, сам... Или, например, там в Крыму и в Симферополе и в Керчи будет шествие, там, да, а в Калмыкии, например, будет... И в Калмыкии, и в районе, да? Да, да, в самом Элисте, там, и будет в поселке Малый Дербент. Можете себе представить? То есть вот они, ребята такие скромные, они как бы уже в прошлом году провели свое шествие, но никому об этом нам не сказали. Я случайно обнаружил эту информацию. Надо же. Позвонил им, я говорю, ну как же они? Мы, конечно, им помогли всем, чем смогли, и приготовили для них там афиши, и разработали там ролики, и все, что смогли сделать с точки зрения центрального штаба. А у нас в Кировской области Кирове только будет или еще? Пока где-то? В Кирове. Только пока в Кирове. Но на следующий год мы планируем, чтобы в городе Кирово-Чепецке тоже провести... Ну, то есть, как, да, типа второй площадки крупной такой, да, потому что в Чепецк, может быть, и заслуживает. Как, ну, да. Второй по численности. Да. Ну, в Чепецке, да, у нас город, ребята заявились, они тоже придут. Ага. Жители Чепецка ежегодно принимают участие. А как это будет? В целом, если о географии говорить, там, да, то есть она начинается от острова Сахалин и заканчивается полуостровом Крым. То есть там Иркутск, и Челябинская область, и Республика Саха, и, значит, там дальше там Ленинградская область, Всеволожский город, значит, и так далее. Во всех этих городах суть та же самая. Люди собираются в своих национальных костюмах в определенное место, да, в определенное место. В каждом городе формируется штаб. В каждом городе формируется штаб региональный, в каждом городе выбирается координатор, руководитель штаба, и в каждом городе штаб реализует все подготовительные организационные мероприятия по подготовке шествия на своей территории. То есть такая, ну, достаточно строгая организационная структура. Ну вот сейчас, Вячеслав, вы сказали, что вы там вот Малые Дербенты там организаторам помогали. А много обращается к вам? Конечно, вот, с России вот, те, кто... Очень много. И удивительно, что мы вообще свой проект в этом году рассчитывали на 13 регионов, а у нас получилось там, условно говоря, там 30 регионов, 33 города, и мы тут на разрыв, просто голова кругом, но все, что можем, мы делаем, естественно. И помогает интернет, современные средства коммуникации, и помогает то, что в каждом городе есть люди, они заряженные на этот результат, они, им это интересно, они хотят это сделать, это такая инициатива уже снизу, гражданская инициатива снизу. Душа просит праздник. Да, что-то типа этого. А самое главное, в этом году еще в Москве, в столице пройдет парад дружбы народа. Ну, так скажем, что там будет некая презентация парада, там, да, не совсем шествие, мы хотели на ВДНХ его провести, но ВДНХ в этом году на ремонте. Поэтому перекрытие улиц в Москве согласовать сложнее намного, чем как бы, в Кирове. Вятка Москву в следующем году возьмет. Очень важно, что у нас есть заинтересованность в проведении такого шествия даже из иностранных государств. То есть у нас есть общественные активисты из Болгарии, которые там готовы сказать, что... Здесь? Не в Кирове, в Москве, да. То есть они говорят, мы готовы. Давай мы карту заранее не раскроем. В общем, есть интерес в проведении такого шествия аналогичного, там, парад дружбы народов Болгарии и России. Мы скажем таким образом, что мы уже выходим на международный уровень. Филиппа Бедросовича Киркорова надо договариваться. Народный дипломат. Народный дипломат, да. Ну, я думаю, что, в принципе, сама идея, как бы, она легко может стать международной. Легко.
Сколько я знаю, как бы людей, кто живет. Международный в других странах. Дружба, да, очень сильные там российские, русские общины, там, и такие, которые имеют отношение большое к России, там, и любят Россию, и они готовы что-то подобное такое провести у себя на территориях, именно как некое такой вот жест народной дипломатии, дружбы народов между странами уже. Вот я могу сказать по секрету, что с Азербайджаном уже согласовано в следующем году. В Азербайджане также пройдет аналогичное шествие. Вот вы уже заходите в компетенцию Министерства по делам СНГ. Мы без... Мы ведем народную дипломатию. Это народная дипломатия. Времени, к сожалению, у нас больше нет. Так еще раз четко произносим. Послезавтра, 11 числа, в Александровском саду, фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». С 10 утра вы можете туда уже непосредственно приходить. А если вы хотите присоединиться к колонии параду дружбы народов, то в 9:30 приходите на перекресток Московского и Ладорского. И хорошо бы в национальной одежде. Всех ждем. Спасибо. Спасибо. Удачного всем на праздника. Всем до свидания. Да. Удачного праздника. До свидания. Союз нерушимый.